Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и сейчас вы увидите видеорелиз новостей Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Берлинская транспортная выставка «Инотранс» в этом году представила огромное число инновационных технологий со всего мира. Специалисты в области транспорта приехали поделиться своим видением будущего и познакомиться с тем, как его представляют другие. За прошедшие два года струнный транспорт из детально проработанного концепта превратился в рабочую транспортную систему. Оцениваем, как сильно изменился проект Skyway за это время и какие новинки готовы к выходу на рынок уже сегодня. Одна из главных проблем дальневосточного региона России заключается в неразвитой или устаревшей транспортной инфраструктуре. Skyway предлагает для нее выгодное и эффективное решение. «Инотранс 2018 обозначил актуальные тенденции транспортной отрасли. Проекты наших конкурентов позволяют спрогнозировать развитие рынка в ближайшем будущем и продумать собственные шаги к развитию. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. На выставке «Инотранс» в Берлине гиганты вроде Siemens, Hitachi и Alstom демонстрировали лучшее из того, что создано ими, и присматривались к новинкам конкурентов. Сегодня речь идет уже не просто о поездах и железных дорогах. Все стремятся предлагать максимально широкий комплекс услуг, включая системы управления, сбора и анализа данных, всевозможные дополнительные сервисы учета, контроль, оптимизации и многое другое. Отметим, что Skyway полностью разделяет ценности других участников рынка. Интермодальность, диджитализация, автоматизация и клиентоориентированность прописаны в философии струнного транспорта с самого начала. Skyway, как и другие компании, предлагает не просто подвижной состав или дороги, но весь комплекс услуг, позволяющих сопроводить пассажира от точки отправления до точки прибытия с максимальным комфортом. И все же стоит отметить, что стенд Skyway отличался от всего, что было представлено на выставке. В то время как остальные заняты оптимизацией общеизвестных транспортных средств, на нашем стенде было представлено принципиально новое решение. На нашем сайте вы можете посмотреть интервью с начальником управления подвижного состава Андреем Зайцевым. Он, как никто другой, знает высокоскоростной юнибус. Подробное интервью с Андреем Зайцевым, а также другие детали, представленные на трансе новинок, вы можете познакомиться на нашем сайте. Международная выставка «Инотранс» служит символической линейкой, по которой год за годом можно отмечать рост проекта Skyway, точно так же, как родители отмечают рост ребенка на дверном косяке. Как и в первый раз, в этом году к стенду проекта было приковано пристальное внимание, но разница между двумя выставками бросилась в глаза. Unibike и Unibus, презентованные в 2016 году, успели получить сертификаты соответствия. К ним прибавился Unicar, который показал для европейской публики в этом году. Таким образом, к выставке в этом году у компании были уже не только прототипы, но и проверенные машины, успевшие перевезти тысячи первых пассажиров. Главным элементом выставочной программы «Инотранс 2018» стал высокоскоростной Unibus. Работа над ним велась уже давно в условиях полной секретности. С помощью этой новинки струнный транспорт откроет для себя новый рынок и получит возможность создавать универсальные транспортные системы, подходящие как для городских, так и для междугородных перевозок. Подробнее познакомиться с успехами Skyway за последние два года вы можете в статье на нашем сайте. Дальний Восток в последние годы находится под пристальным вниманием руководства России. Это подтверждает и недавний визит президента Владимира Путина во Владивосток во время Восточного экономического форума, и отдельная программа развития, утвержденная там же, и появление крупных инвестиционных проектов в регионе. Одна из важнейших проблем региона, о которой говорят эксперты, – неразвитая или устаревшая транспортная инфраструктура. Текущее положение мешает сельхозпроизводителям Дальнего Востока наращивать экспорт продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Skyway подготовила свое решение этой проблемы. О нем можно прочитать в выпуске «Аргументы и факты. Деловая среда. Дальний Восток». Полную версию статьи вы можете найти на нашем сайте. В 2018 году крупнейшая всемирная выставка транспортных технологий зарегистрировала рекордное количество участников и гостей, продемонстрировала 400 инноваций и 155 мировых премьер. Она привлекла 160 тысяч посетителей из 110 стран и 25 деловых делегаций из 18 государств.
Представители компании-разработчика Skyway посетили стенды компаний, работающих в сегменте перспективных транспортных разработок. Результаты проведенного анализа показали, что лидеры отрасли собираются и дальше оттачивать существующие концепции, улучшая аспекты работы классических поездов и автобусов. С другой стороны, интерес к струнному транспорту был ощутимым. В гостях побывали почти все крупнейшие игроки. У Skyway на выставке был один из самых ярких стендов. Все-таки высокоскоростной транспорт такого формата редкость, тем более с такими рекордными показателями. Максимальная скорость 500 км в час, при этом расход топлива на этой скорости 0,93 кг на 100 пассажирокилометров. Узнать другие подробности прошедшей выставки вы можете в разделе новостей на нашем сайте и личном кабинете Skyway Capital. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналов, присоединяйтесь к нам в группах в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.